Я стою на второй проходной металлургического завода «Электросталь». На днях владельцы предприятия уведомили рабочих о том, что они переходят на 4-дневный рабочий режим. Ну и, соответственно, уведомили их о том, что их зарплата уменьшилась на 20%. Что можно сказать по этому поводу? Завод «Электросталь» – один из крупнейших заводов на территории нашей страны. У нас есть сведения, что первый цех завода уже давно прекратил свое существование, фактически разрушен и распилен на металлолом. Сейчас такой же процесс происходит и с третьим цехом этого же завода, где стоят две уникальные установки непрерывной подачи стали и непрерывной обработки стали. Очевидно, что владельцы предприятия занимаются тем, что распродают завод и его активы по частям. Почему это происходит? Потому что у владельцев заводов есть единственный интерес. Они являются капиталистами и любыми способами наращивают свой капитал. Капитал можно наращивать как развитием производства, так и ликвидацией, распродажей по дешевке того, что досталось им даром, то есть как советское наследие. При этом они преследуют единственный интерес, интерес, заключающийся в увеличении капитала. Рабочих противоположные интересы. Им что необходимо? Им хочется поменьше работать, побольше зарабатывать, побольше отдыхать, побольше проводить время с семьей, посвящать его своему развитию. Ну, в текущем получается, что интересы капиталистов и интересы рабочих прямо противоположны. И сейчас что происходит? Капиталист просит войти рабочих в свое положение, просит отнестись с пониманием к тому, что его зарплата уменьшается на 20%. Просит отнестись с пониманием к тому, что его рабочее место ликвидируется, уничтожается источник его дохода. Что делать в этой ситуации рабочему? Ну, наверное, стоит как-то объединяться и бороться за свои права. Бороться за то, чтобы подороже продать свой труд. Бороться за то, чтобы жить стало ему свободнее и легче. Но, к сожалению, сейчас все предаются унынию, и никто не движется в этом направлении. Что следует делать? Ну, есть хороший проверенный путь. Это объединение в профсоюз. Профсоюз тот, где объединяются люди, которые занимаются общим делом на производстве. Не тот профсоюз, который занимается благотворительностью, распределением каких-то льготных путевок куда-то, бесплатного сыра из мышеловки или еще чего-нибудь. А именно тот профсоюз, который борется за коллективный трудовой договор, за сокращение рабочего дня, за увеличение реального содержания заработной платы. Наверное, стоит двигаться в этом направлении. Конечная цель такого рода организации – это не только борьба за коллективный трудовой договор и улучшение условий труда, но также и взятие под контроль активов предприятия, если владельцы с ними не справляются и уничтожают. Ну, что можно сказать еще? Дальше, куда дальше двигаться? Профсоюз может и не знать, но это знают коммунистические партии. У нас в стране есть такая партия, которая знает, куда дальше двигаться и что дальше делать. Называется Рабочая партия России. Товарищи, не следует предаваться унынию. Следует бороться за свои права. Дорогу осилит идущий. Нас большинство. Вместе мы сила. Куда двигаться дальше, как развиваться, знает коммунистическая партия. И есть такая партия, Рабочая партия России, где все решения принимают рабочие. Вступайте в ряды Рабочей партии России. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.